макияж подвязали, чтобы удобно было его уколоть снотворным. Сегодня он поедет в новое место. Понял? Ну вот я же укололи уже снотворное ему. А может даже чумного приподнять, который будет поднимать его. Ну хер поднимем, да? А что с того висячего везет? Ну вот Яша у нас засыпает, пока подготавливает, чтобы его поднимать. Сейчас он будет поднимать, я буду все поправлять и все. Давай. Пока не надо поднимать, пусть уснет. Ну все, Яшу зацепили уже, теперь ждем, пока он заснет и будут его грузить. Да не ходи туда, на что ты идешь туда? Саня, у тебя внутри есть? Не нервируй, пусть стоит молча. Его приподняли, чтобы пока не поднимать. Сейчас скоро будет грузить. Что-то ему не понравилось. Запаковали. Пускай брызг. Уже Яшечка потихонечку засыпает. Сейчас его отпустишь, он может манипулятор нагрузить с собой. Да дури хватит, если он да, он трогать пока не пускай уже засыпает, но тем более все, уже он сейчас упадет, даже все, он не упал. Уже голову кладет. Да, какая разница. Как упадет, на что? Не-не, лежу шею. Голова зафиксирована. Да, давай, закрой. Все, отъехали. Ой, извиняюсь. Ну, поехал наш Яша. Поднимают. Вот девочки непосредственно участвуют в погрузке. Даже нас не подпускают к столь ответственному мероприятию. Все, отходите. Добрый день. Вот в такой загон, который мы построили, привезли Яка. Как ему здесь классно будет. Сейчас первые шаги его на земле увидите. Ему уже хочется выйти. Вот он и дома. Тут он даже маленьким кажется. Сейчас осталось веревочку снять и все. Вот в таком замечательном месте поселился Яша. Метит территорию. Понравилось, наверное, раз метит. Будем навещать его теперь. Радости полные штаны. Поговорка про него. Поильник поставили. Все, теперь он с водичкой на комфортной высоте. Все, отошел, валяется в тенечке, кайфует.